у нас сегодня рейд по магазинам. Мы приехали в Хофф. Вообще у нас был план Хофф, твой дом или Руа. То есть мне надо сегодня посмотреть, и вряд ли что-то мы прям покупать. Мы будем в основном, ну, смотреть, я буду фоткать, если что, я потом могу это заказать через интернет-магазин. Но, видимо, по времени, которое у нас ограничено, мы складемся на только в Хофф, а потом, возможно, вечером будем в Руа. Ой, какие штуки, как классно. Торговый центр я называю. Корни вырастить медведь. Ну, если за 40 тысяч, то да. Это дорого-богато, я его называю. Это торговый центр. Здесь такие бутики прикольные. Прям, ну, клевые. Ну нет, мы не пойдем по бутикам, мы пойдем по бутикам. Орхидея, кстати, это еще летняя бутика орхидея. Я даже про нее забыла. Красиво. Идем фото. Я новые серьги надеюсь. Я сегодня такая не спортивная все. А, вот уже вход в Хофф, я думаю, еще. Я сегодня такая в спортивном, поэтому решила свитер примерить. А вот мы в Хоффе. Ну, такие. Вон, Лик, вон, ты хотела корги? Есть плед с корги? Плед с корги? Да. Ну, давай, пожалуйста, возьми его. Ну, посмотрите, такой точно нужен. Нужен. Разверни его. Он мне все равно, какой он размер, он мне просто нужен. Ну он совсем масенький. Тогда он мне нужен. Я тебе другой найду с корги. Ой, ну хочешь, возьми, господи. Ну просто это бред какой-то. Бред. Ты посмотри, накупил себе плед с корги. О, вот они, эти пледы. Лик, ты вот не такой хотела? Нет, мне такой цветной не подходит. Вот, смотрите, шторы сейчас со скидкой. Но мне нужны более зеленые. Более зеленых нет, и тюль. Но я сейчас все это зафоткаю. Буду смотреть. Тоже со скидкой, видите, какие разные. Мне нужен другой цвет. Вообще, я еще ехала вот за этими полотенчиками лицевыми. У нас сейчас, я постоянно пользуюсь, расход. Они по 39 рублей, думаю, взять. Слушайте, ну, вообще, качество, конечно, ужас. Вот эти даже лучше, они по 69. Ну, вот это, конечно, как расходный материал можно, но нет. У нас пока есть, я лучше ничего не брать. Но, слушайте, скидки хорошие в Хоффе, это мне сейчас в Хоффе. Так, нам нужно люстру будем сейчас выбирать. Ну, посмотрим. Нам нужна люстра с вентилятором. Помните, такие много разных полотенчиков. Единорожки, шлепки. Господи, что только нет. Так, ну полотенце у меня есть. 59 рублей. Я думаю, можешь взять сейчас осень. Штучки три. Его просто менять, их выкидывать. Коричневый. Обычный размер. Класть. Возьму. 69 рублей. О, хороший вот этот вот. 1199. Ой, этот очень красивый, мне нравится. 1799. А, вот есть еще черные. Не, мне, наверное, коричневый. У меня плитка коричневая, есть светло-коричневая. Ну, можно выбрать, кому какой нужен. А мы когда ремонт закончим, уже тогда покупать что-то более. А сейчас на осень пока вот эти вот. Они 59 рублей за менять вот так. А вот. Утка? Утка 1599. Что? И то. Нет, утка пониже. Ковры. Утка пониже кого? Ты взяла, ее менять не надо. Так, 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 ковры. А есть тут эти настенные, это Денис, светильники? Настенные, Денис, ты не видел? Тут что нет настенных? Денис, я спрашиваю. А где? А, вот. Ну, это очень маленький ассортимент. В твоем доме больше. И здесь нет таких, как мне надо. Нет, тут нету. Видите, какой классный. 15 тысяч со скидкой. Ну, он прям огромный. Сколько у него размер? А туда? Он там вместится? Нет, он не вместится. 2 на 3. Нет, нам такой большой не нужен. Мне вот такого плана нужен будет, наверное. Такие несколько мне будет ковров в комнате. Ой, вот это тоже очень красиво. Мне вот такие нравятся, короче, ковры. Ну, ковры я буду подбирать, когда уже поставлю мебель. Что? Ковры будем подбирать, когда мебель поставлю. Или вот такой пистолет. Так, ну
это все потом, да, когда установят, тогда не будет понятно. Кстати, он какой-то большой, маленький прям, да? Тут что-то мебель я не вижу. Где кровать? В кофе этого нет, что ли? Так мы не сюда приехали, а мы в твой дом. Ну, это понятно. В кофе тоже было. Мне кажется, мне нужно вот такое мусорное ведро. У тебя же есть. Но у меня белое. Давай я возьму себе такое мусорное. Сколько оно стоит? 900 рублей? Да. Нет. Так, нет, такое мне не надо будет. Вот мне, может быть, будут нужны вот такие полочки какие-то. Но это я сейчас все примечаю, что здесь есть, честно. Пока ничего такого брать. Кстати, в Валберес это даже, возможно, есть дешевле. Это мы приходим в кухонь. О, салфетки. У меня есть пока салфетки. Что, Занька, стул? Как ты хочешь, да? Сколько стоит? 13 тысяч. Сколько? 13 тысяч. Не, ну это дорого, может дешевле такие. Вон, смотри, какое зелененькое. А он серенькое. Ну не зелененькое, а поняла какое? Вон то, да. Смотри, какие. Ну вот такое хочет. А это сколько? Сколько оно? 10? Ну сфоткай мне, пожалуйста, от него этот. А вот, смотри, Лик, смотри, какой. Вот, 9 тысяч. Котен, иди вот здесь посмотри, посиди. Вот это крупнее, это получше. И оно с этим, с подложкой. Ну, я тебе о чем и говорю, посмотри, пожалуйста. Красивое дерево. Сфоткай ценник, чтобы если заказывать, я сразу сказала. Здесь офисный такой стулья. А вот есть такое, смотри, совсем как ракушка. И такое широкое. Котен, посмотри вот это еще. Все, мы переходим. Пипец. Мы переходим, короче, в кухню. И мне тут по-любому что-то нужно. О, смотрите, от брызгов. 149 рублей, кстати. Взять, что ли? Мне надо, мне крыши хватает. Ой, какие прикольные. Так. Наборы контейнеров по 399, типа икеевские. Кстати, вы знаете, что мебель Икея продолжает продаваться в столплите, еще где-то, короче. Имейте в виду. Так, посуда, посуда. Мне нужна посуда. Сейчас буду смотреть. Мне нужны легкие тарелки. Легкие. А что такие взять? Легкие? Легкие. Не вместо черных. А вот, смотрите, красивые. Вот эти мне нравятся. О, вот эти вообще легкие. Так, сейчас, короче, посмотрю. Здесь большие такие. Нет, это очень большие. А, мятные какие красивые. Вот эти мне тоже нравятся. Может, мятные взять? Или вот, смотрите. Вот эти мне нравятся. Вот. Дочь, а ты будешь помогать мне выбирать? А. Смотри, как красиво мне стоит. Какая? Это мрамор. Вот это? Угу. Не, котен, такой не хочу. Мне нравится, вот смотри. Я вот эти цвета хочу, мне яркая, нравятся. Мам, ну это детская будет. А все вот серенькие. У-у. Ну, такие стеклянненькие. Нет. У нас черные сейчас. Если ты хочешь что-то такое, может, такие? Я посмотрела на них, они, ну, нет. Прям что-то перебор. Что-то в мрамор тянет. Не знаю, красиво. Не, мне мрамор очень не нравится, честно. Прям вообще. Кружечки, да, симпатичные, смотри. Угу. Вот симпатичная коллекция. Вот это, да, тяжелая, видишь, Зай? Я не могу взять тяжелую. Да. Опять мы только ушли от тяжелого. Вон, смотри. Да, тяжелая. Вот это мне серия нравится, нет, но не тяжелая. Тяжелая? Понимаешь, это же Лик. Ну слушай, да, надо брать. Ну что, давай возьмем. Давай. На день рождения подарок. Она посмотрит видео и. Это ну туда упаковывай сразу. Вот смотри, какие нити. Ой, мне так нравятся всякие штуки, смотри, лампы, сервировочные, всякие.
Какая премножность. Так, ладно, сейчас. А что ты хочешь? Снегарь. Мама, как вы упаковываете? Ну вот так вот, да, просто положи. А там они разберут. Сначала вниз кладется это. Вниз это не кладется. Здесь уже сервизы. 6000. Сервиз 8. Ну да, тут больше сервизы идут. Все. Тут ничего. Не, мне надо взять тарелки, не могу, меня те черные уже бесит. Я пойду сейчас хоть какие-нибудь возьму. Такая форма бокалов очень нравится. Сейчас два бокала, 1299. Очень красивая форма бокалов. Но сейчас лишняя растрата. Всякие. Ой, это только я сейчас разобрала скатерти. Вот такие мне нравятся. Но я сейчас... О, что-то красивое. Ой, такие легенькие, очень красивые. Не знаю, сколько стоит. А, 228. А, крышка, которую у меня мы так и не нашли. За 18 рублей, смотрите, сейчас со скидкой. Нормально. Пойдет. Возьму, пусть будет. Так. Салфетка, 99 рублей. Нет, мне не надо. Не надо, Женя, не надо тебе этого ничего. Я держусь. Видите, я держусь. Как нам оставить тележку, чтобы наверх подняться? Очень странно. Куда они ушли вообще? А. Мятный красивый набор. О, вот это, смотрите, какая цена хорошая. 1958. Объем я не вижу, сколько она литров. Что говорят? Ничего не вижу. Так. Так что вот здесь, говорит, мы нашли кухню, все нормально. В принципе, да. Нет, она мне не нужна. Я хожу с крышкой в руках. Кстати, нетерку надо мне. Нетерку я куплю уже, когда будет с кухни, понятно. В Икее были классные терки. Баночки, баночки. А, мы же потом здесь спустимся, еще посмотрим, да? Чайнички опять. Все. Потом спустимся и здесь, наверное, посмотрим, да. Там картины мы не посмотрели даже. Вот, мы пришли. Туда, куда нам надо. Мы будем выбирать кровать. Так. Они, в принципе, все одинаковые. Это так-то. Вообще отдельно там от меня ходят. Мне стиль нет. Мне нужно такого плана. Такого плана. Вот этот цвет мне нравится. Отключаюсь, что вам кровать смотреть, что будет интересно, покажу. Может, кому надо, короче, прям реально хорошая цена. Такая кровать, вот размеры, вот просто кухонный стол какой. Здесь. Тут, короче, много, до кухни это еще, я 10 раз передумала, вот это мне нравилось. И, короче, а вам пойдем в кухню посмотрим, что они предлагают. Подожди, а мы еще диваны, короче, мы все сразу смотрим. Все равно 10 раз прям что смотрим, время тратим. Кровати посмотрели. Вот, Лик, ты такой хочешь, чтобы... Вот такая широкая, что ли, была?
Вот такая широкая, чтобы была. Слушай, а у нас вот такой не встанет вдоль окна и по стене. Зай. Что-то я устала ходить. Мне вот это нравится. А у нас нельзя, зай, не встанет. Такой вдоль окна и по стене. Это в прихожую. Ой, в гостиную. Такой? Да, вот вдоль окна и по стене он не встанет углом. Ну как ты вот думаешь? 209 тысяч вот это стоит. А? Мягкий? А он, наверное, не делается как спальный, да? Он не раскладывается как спальный. Такие столы мне нравятся. Ну да, теоретически да. Но я просто, ну, я вернулась туда, где мне интересней. Эти кровати. Ну ладно, если там фотки наделал, нафоткал. Вон, зай, чугун, интересно. Это хорошенький. Чугун, да, наверное? Кухню посмотрели, но я не стала снимать, потому что мы прям ходили, обсуждали. Есть хорошие варианты, есть очень бюджетные варианты, вот, если кому-то надо. Не под заказ корпусный, но очень классный. О, смотрите, с номом. Мне такой, кстати, чтобы... Может, мне взять такую? Я вот такую, наверное, возьму за 299 рублей. Это же недорого. Не надо всякие, я делаю. Банки можно делать. Тут не надо. Банки делаем всякие. Раз открыл и перевернул. Всякие. Я прям так делаю, конечно. Набор контейнеров. 69 рублей. Вот совсем маленькие. Не такие маленькие. Такую штучку, я думаю, есть. И мы так и не пользуемся. Столик. Салфетки опять. Господи, у нас этих кувшинов было такое количество. Ну, что, серьезно? Терка 129 рублей? Офигеть, терка 129 рублей. Давай возьмем, я хотела поменять терку. Пока я тебя пользуюсь. У меня уже все, она уже дерет-то. Нормально? Да? Плохая, не брать? Да, я не умею. Нет, это я потом буду покупать уже под... А тебе что, зачем? 400 рублей. Либо плед, либо вот это. А ну мне надо нет, все. Нет, нет, все, хватит меня разводить на всякую хрень. Видели, я жесткая мама, я справилась. Еще мне очень нравится деревянная посуда. Это все. Будет уместно только к новой кухне. Пока нет. Слыхали, как я, да, я устояла. Я ее прям поставила на место. Я поставила. Я мать. Я мать. Я съеду от тебя и плюс одну полнокорбную не пушу тебя. Буду жить как английская королева. Давай, давай. Прям дворец сразу бери ее. Дом в форме корги. Ну, нормально, что. Нормально. И плед 499. И это. Ну, вот эти вот хорошие штучки тоже со скидкой. На даче такие. Вешалки. Как в фикс-прайсе, только тут 5 штук цветные. 199. Я даже не помню, сколько в фикс-прайсе они стоят. Видите, 300 рублей коротко. Ну, это все кажется, набегает потом. А зеркала? Зеркало, зеркало. А почему не было в ванной зеркал? Здесь уже какой-то есть эти штучки пошли, брючки. Здравствуйте. Здесь такие приятные, здороваются все такие. Ой, какая красота. Обожаю это все, но я не умею этим пользоваться. Вот реально не умею, то есть я не расставлю так, как должно быть красиво. Может быть, когда сделаем ремонт, что-то мне и навеет в голове. Цветы только искусственные. Санька, аккуратно. Ой, мне вот эти нравятся вазы, смотрите. Так бы и поставила. Ну, ценник видите, да? Это бомба скидка, смотрите. Они по 1600 были, по 4700. Я выклинчила, мне такой зелененький купят.
Блин, прикиньте, не купи такой зелененький, мы на дачу отвезем. Эй, что за мисочки? Миска. Ну, просто распродажа, да, мисочек? Ой, свечки. Это моя слабость, я люблю это все дело. Нет, 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 не тряси так. Ты симпатичная, мордахи. Ну, что интересного? А, мы взяли, кстати, по 189 рублей какие-то эти аромы. Диффузор, да, называется? О, по 19 рублей, пожалуйста. Стаканчики, рюмочки, вот 29 можно. Рюмочки по 7 рублей. Конечно, по 7 рублей сейчас наберем, стаканов по 19, и все, укомплектовано. Готово. Может, хотя бы за 29? Ну, тебе по 29 возьму. Что ты там делал? Вот это показывал. Что это такое? Купит? Антистресс? А как это? Что они делают? Да ничего, это гениальный маркетинговый ход, мам. Все такие, о, прикол, возьмем. Ну, а что они? Мам! А, ну ладно. Ты не дала мне взять картину с Корги? Ну, это 129 рублей все стоит. Вот именно. Все, все, все. Сотля, ванна, крымская. Коврики. Можно было здесь прям подойти и все взять. Что за... А, камины, камины, камины. Камины. И чё, 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 чё? Нет, здесь дорогие камины, я видела дешевле. Я не такое хочу, я хочу камин с тумбой. Вот это что за маленькое чудо стоит? Это тоже вот камин? Это каминчик. Биокамин настойный. 9700, отлично. Каминчик маленький. Все под заказ. Но это дорогие камины, можно дешевле купить. Топливо. Биотопливо. Ну вот это мне очень нравится. Просто ты такой сидишь счастливый с камином. Самое очень важнецкая миссия успеет до того момента, как сядет телефон, потому что мало зарядки осталось. Но я поняла, что если я сейчас это не сниму, то опять у меня все затянется. В общем, я хочу сделать 10%. Я хочу сделать отдельный влог, как мы ходили в Хофф, и показать свои покупочки из Хоффа. И кратко сказать, слушайте, мне понравилось в Хоффе. Конечно, ассортимент не такой, как в Икее, но другая стилистика отличается от Икеи по ценовым категориям, знаете, даже очень прилично. Короче, заменить Икею для похода в Хофф очень даже, ну, можно ходить в Хофф и очень даже неплохо, знаете, что-то тоже можно взять. Конечно, до Икеи далековато, но очень... неплохо. В общем, хорошие скидочки сегодня были, что смогла, показала. Сейчас быстро показываю, что я купила. У меня сегодня была закупка где-то в районе 6000 рублей. Я вам только не покажу жезлонг, но я вам показала, который я взяла. Реально, жезлонг, он стоил 4500. Я знаю эти жезлонги, они сильно так стоят. Сейчас 1500. Я хотела 2, но как не получилось, можно 2 уговорить. Хотя в следующем году 100% буду летом кусать локоточки. Вот, и не покажу плед с Корги, Лика, то, что выпросила, но там вот во влоге вы тоже это увидите. Вот, ну и видели. Значит, что я купила? Я все-таки взяла тюль. Белая тюль, она есть белая. Сейчас 799 рублей. Это, по-моему, отличная цена, я считаю. 260 на 3 метра. Мне кажется, мне должно хватить на одно окно. В общем, думаю, что я буду тянуть вдруг, когда я уже решусь покупать, и его просто не будет. Что-то у меня упало. А, неважно. Дальше, вот такие две штучки взяла. Это, знаете что? Влажная туалетная бумага. Очень удобная вещь. По 39 рублей были. Думаю, что бы не взять. По-моему, по 39. Дальше. Только тут недавно подумала, что мне надо почистить утюг. Иду, смотрю, вот такой карандаш лежит для чистки утюга. Попробуем с вами вместе. Вроде как Германия. В общем, надо... Ну, мне просто это надо было. Взяла вот такое, это увлажняющий жидкий крем-мыло. Большая бутыль. Что-то оно там стоило... Как-то... Какой аромат! Просто божественный! Фрути баблгам. В общем, 149 рублей, по-моему, эта бутыль стоила. Очень вкусно. Там было 3 вида. Вот я их хапнула уже около кассы. Потом недавно говорил, что у меня заканчивается пена для ванны. И вот иду. 149 рублей. Вот такая бадья. Пена для ванны. Тройной сбор. Снимает усталость. Успокаивает перед сном. Ухаживает за вашей кожей. 1000 миллилитров. Прям травками, травками, травяной сбор, прям такой. Ой, в
вкусненько. Дальше. Взяла вот такие тоже на кассе, уже видела. Смотрите, как называется смешно. Жирогон и волосогон для кухни и ванны. Завтра буду ссыпать тоже, как раз подумали, что надо. Распорционно очень удобно. Ну, крышечка вам показывала за 18 рублей. Хорошо, что не купила за 40. Дальше, вот это тоже показывала. 299 рублей. У меня такой нету. Ну, у нас не одно, так другое. Мне просто кончилась опять память. Блин, конечно, выгляжу я так, это пипец. Ладно, значит, вот эту форму показала. По-моему, 299 рублей. У меня такой нету. Взяла. Буду что-нибудь печь. Дальше. А, вот такие вот. Две штучки мы взяли. Как они? Диффузоры, что ли, называются? Мы поставим их в туалет. Да, диффузор. Цветущий сахар и искрящий лимон. Ликвид выбрал лимон. По 189 рублей. Они реально классные. Вот, например, в этом фикс-прайсе они хреновые. Они быстро впитываются, они быстро разлетаются, и аромат не очень хорош. Фофи мы уже брали, нормальный по цене получается. И они классные, реально. Я не знаю, есть приложение в Хофф, тоже там доставка у них есть. Может, не знаю, в каких городах он есть. Я покупала у нас здесь по Новой Риге. Вот такие два набора тряпок взяла, по 4 штуки. Они что-то то ли по 88 рублей были. Тряпки эти хорошие. Есть такие тряпки в фикс-прайсе, они по 5 штук. Я не помню, сколько они там стоили, если честно. Но, во-первых, мне цветовая гамма очень понравилась. И, по-моему, они сами тряпки, они меньше. У меня тряпки кончились, да. Фикси, ну, хотя они потоньше. Ну, короче, я почему? Мне нужны были, может быть, фикси они подешевле, но если я пойду фикс за этими тряпками, я еще что-нибудь наберу какую-нибудь. Какая-нибудь фигня, эти тряпки мне нравятся. Дальше, ну, это тоже увидели, мы выбирали. Купила я маме. Ну, они не прям дешевые, чтобы. В общем, вот такие. Это соломка и перечница. На деревянной подставочке. В общем, понятно, да? Взяла я 3 коврика вот таких по 59 рублей. Ну, обычных. И знаете, что я подумала? Надо было больше взять. Я их вот так можно пополам разрезать. И хорошо класть в машину, когда сейчас слякоть начнется. Потом раз и выкинул. Короче, очень я считаю, что это удобно. Так. Неужели это все? Это все, да. И самое интересное, девочки, я все-таки не удержалась. Я когда увидела цену, думаю, ну-ка, возьму-ка я это. И сегодня одну уже испробовали. Смотрите, какая тарелка. Она такой интересной формы. Прозрачная. Я сегодня уже подавала Денису. Она достаточно легкая, не совсем, но подавала Денису не еду. Очень классно смотрится. Знаете, сколько такая тарелка стоит? Вот просто попробуйте угадать. Не угадайте. 59 рублей. И вот такие средние, но они такие, видите, уже с высоким бортиком. 49 рублей. Я взяла тех 4, тех 4. Или я 5 таких взяла. В общем, или 6 я даже, может, таких взяла. Я не помню. В общем, просто цена сказка. Ну, вы где-нибудь видели такие цены? Они так классно смотрятся. Просто мне так понравилось. А такие даже на сервировку на стол можно. Даже если я потом куплю какой-то сюда другой комплект, я это оставлю сервировать стол. Так. Если сейчас отключится, я уже не буду подключаться, считать, что я с вами прощалась. Но на всякий случай я пробегусь по чеку. Сейчас успею вам сказать. Так, шезлонг 1599, стоил 4599, 3000 скидка, 3000 скидка. Крышка для слива 18 рублей, пакет 15 рублей. Тарелка, да, 49 рублей и 59, а коврик 59, коврик 59, 59 это на тюль 799, тарелка 59. Сколько? 6 штук я взяла, да, а маленьких 4. Плед 499, ну это вот с корги. Пен для ванны 159, литр 159 рублей, хорошая цена. Набор для специй 529, мне кажется, это вот это самое дорогое было. Мне как будто... Хотя я протерла, видите, это просто уже так тень падает. Так, ароматный диффузор 189, карандаш для чистки 99, форма для выпечки 299 по акции, стоило 399. Так, жидкое мыло 149, 110 рублей акция. Средства для устранения засоров по 89 рублей, тот и тот. Набор тряпок универсальный 79 рублей. Мне кажется, в фиксе они также стоят. Влажный туалет маг по 39 рублей. Итого чек на 5684. Я считаю, что сегодня прям действительно удачные покупки. Вот правда, все, что мне надо было, я купила. Тюль уже есть, но вот шторы, единственное, что я отфоткала, шторы надо смотреть. Я не определилась с цветом кровати. Мы выбрали несколько видов, я буду... Ну, мы еще поедем смотреть куда-то. Вот, поэтому с креслом я определилась. А вот с этой, поэтому шторы, короче, пока подвисают. А тюль все равно белый. Хочу в этот раз. У меня давно не было ни тюля, ни штор нигде здесь. Мне кажется, я могу себе позволить по размерам комнаты, по окну, как все будет. Мне кажется, будет хорошо.
Все, мои дорогие, на этом прощаюсь, пока все не отключилось. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось. И рекомендую сейчас вот как заменить. Не знаю, в каких городах есть. Напишите, есть ли у вас в городе Хофф. Напишите, с какого города, есть ли у вас такой магазин. Будет интересно. Может быть, к вам есть доставка. Смотрите. Все, пока-пока.